Там мало говорили, поскольку религия не была в почете у властей. И, в общем-то, когда там, я помню, давно еще что-то упомянул имя Иисуса Христа, дети начали смеяться. Вот, ну, это было совершенно, так сказать, иное время. Я пытался, я помню, как-то давно рассказать о историчности фигуры вот, основателя христианства, о Иисусе. Уже само слово вызывало улыбку и смех, и какое-то непонимание. Вот. Сейчас другие времена, открываются храмы, мечети, синагоги и так далее. Но вместе с тем довольно значительно меняется состав населения страны. Если меня вот раньше в Москве, в подъезде моего дома, в котором я живу довольно много лет уже, я практически знал всех людей. Сейчас очень многое сменилось. Появились люди, приехавшие с Кавказа, там есть несколько китайских семей, и еще кто-то, многих я даже не знаю. Рядом дворники, таджики убирают, так сказать, вот, улицы. Пойдешь на рынок, встречаешься уже тоже с необычным, непривычным населением. Базар рядом с домом, в основном там работают грузины. Вот, и, так сказать, на другом рынке, наверное, там азербайджанцы или кто, много людей, как сейчас принято говорить, лиц кавказской национальности, хотя, я думаю, тоже несколько необычно. Перед тем, как поехать сюда, я разговаривал с одним иностранцем. Он мне задал один вопрос, мы говорили совершенно другие темы. И он задал мне вопрос. Ты знаешь, говорит, имя девочки, таджички, которую убили в Петербурге? Я у него глаза вырубил. Нет, конечно. Я говорю, я знаю, вот такой случай был, трагический случай, 9-летнего ребенка исполосовали ножами, был суд над этими людьми, их точно не определили, кто был убийцей там и так далее. Вот у нас бы этот человек, иностранец, сказал, знал, это имя был, знал бы, почти каждый бы гражданин, знали бы это имя этого ребенка, которого убили. У вас же просто, говорит, таджикская девочка, и все. То есть, одна проблема, с которой неожиданно столкнулась наша, мне кажется, неожиданно, может, вы не правы, наше общество, это проблема ксенофобии. Что такое ксенофобия? Как вы думаете? Ну, не как вы думаете, что это такое? Знаете? Как это можно объяснить? Что такое ксенофобия? Это греческое слово. Фобия – это что такое? Боязнь. Страх, да? А ксенос? А? Ну, боязнь перед, страх перед чужестранцем, боязнь чужого, дословно, боязнь чужеземца. В средневековой России, которая была изолирована, ну, не только в России, но и в других странах, чужой, ну, еще в древние, так сказать, и там первобытные времена, чужой – это был уже человек, которого он же априори заранее был другим. Он нес что-то такое, что было непривычно. Деревня чужая, чужое, так сказать, поселение. Их нужно было бояться и опасаться. Они были какие-то другие. Считалось даже, что они враги, и к ним можно относиться не так, как к своим людям, поскольку они чужие, их можно как бы грабить, напасть и, может быть, даже убить. И вот эти вот подчас настроения переносятся в наше общество, которое, ну, не ожидало того, что происходит сейчас во всем мире, а именно процессы, так называемые процессы глобализации. То есть перемешивание населения. Как-то оказался в Лондоне еще давно. Привык в Лондон, британцы. Я был в район, там были, проходил район, там были жители с Ямайки,
с Вест-Индии, которые вот приехали в Англию. Англия, которая была когда-то Британской империей, и многие ее после развала Британской империи, после Второй мировой войны, сотни тысяч жителей этой Британской империи из разных стран мира, особенно из Индии, скажем, переселились в Англию. Они были как бы, ну, получили образование, лучше бы знали, хотели жить в стране, которая им была, может быть, ближе. Английский язык для них фактически был родной. То же самое, а может быть, не то же самое, но какие-то процессы происходят во Франции, где значительная часть населения составляет мусульмане. Исламская община, выходцы из бывших французских колоний Северной Африки, из Туниса, Алжира, из других стран, которые, ну, исламских, мусульманских стран. Чем привлекает Франция? Ну, более высоким уровнем жизни, и которые эти люди составили целые анклавы, и знаете, вот целый ряд выступлений, которые были в Париже осенью, в ноябре прошлого года, и несколько повторились вот в этом году, связанные с выступлением, главным образом, исламистов. Был в Германии, оказался там в больнице и в основном лежал в больнице с турками. В Западной Германии, а теперь в Объединенной Германии, значительное, несколько миллионов в Германии живет турок. В 60-е годы, когда в Германии не хватало рабочей силы, а в Турции была безработица, Германия, Западная Германия, Федеративная Республика Германия стала приглашать турецких рабочих, как гастарбайтеров, вот, для работы в Федеративную Республику Германию. Сейчас они получили давно уже немецкое гражданство, но тем не менее держатся особо, говорят на турецком языке, их сразу можно отличить. Многие из них как-то занимают свою нишу в жизни, в экономике Германии. Раньше они работали на строительстве, сейчас они больше перешли как-то в торговлю, в какую-то сферу обслуживания и так далее. Возможно, такие же процессы происходят и будут происходить в нашей стране. Вот президент России Путин сказал, и, собственно, это и без него известно, что каждый год Россия теряет 700 тысяч человек. То есть убыль населения больше, чем рождаемость. Он, вы, наверное, знаете и слышали послание его Совету Федерации и Государственной Думе, нашим органам власти, где он назвал демографию основной проблемой современной России. О том сказал, что нужно увеличить пособия и так далее. Но одну вещь, мне кажется, он не сказал, кроме пособий на рождение детей, на то, чтобы у нас увеличилась рождаемость, нужно еще думать о том, чтобы люди дольше жили. Потому что средний возраст в России чрезвычайно низкий. Он сравним с уровнем стран третьего мира. Ну и надо заметить, может, вы с этим не согласитесь, после распада Советского Союза Россия в целом ряде позиций оказалась на уровне стран вот этого третьего мира, развивающихся стран, по уровню медицинского обслуживания, часто, можно сказать, на средневековом уровне, не дай бог, если вы окажетесь в наших, так сказать, больницах. Вот, по целому ряду других сфер. Так вот, не только рождаемость, но и повышение продолжительности жизни, мне кажется, одна из важнейших проблем современной России. И еще одна проблема, собственно, ради которой вот я, меня и просили здесь выступить, это внутренний мир в стране.
Ну, как вы скажете, может быть, внутри мир, когда идет война? Уже вот я вижу здесь текст о чеченской проблеме, о чеченской войне. Чеченская война началась в каком? В 94-м году война, первая война. И она продолжается по сей день. Может, мы это как-то прямо не чувствуем. Россия огромна, но продолжают гибнуть люди. И это, несомненно, террористические акты. Вот. Происходит. Россия раньше с этим практически не знала террора. И это влияет на общую атмосферу в стране. Или объявления такие, которые, ну, как бы лозунги, которые разделяют, как показывают социологические исследования, значительная часть населения. Лозунг «Россия для русских» или «Татария для татар». Ну и можно продолжить этот, так сказать, круг. А вот по вашему мнению, вот этот лозунг «Россия для русских», соответствует он нашим, ну как бы, потребностям, задачам, актуален он или он фальшивен, лжив и ведет, может привести Россию к коллапсу, то есть к распаду? Вот ваше мнение. Пожалуйста, говорите, как вы считаете нужным. Не как-то сказать там «нужен», а ваше мнение. Скажите откровенно, это будет самое интересное. Какие проблемы, вот когда вы видите нерусских людей в вашем городе, и какое отношение к этим нерусским людям? Можно? Пожалуйста. Девушки, сюда, активнее. Вот. Что касается меня, я каждое лето провожу, вот как раз, как вы говорите, среди лиц кавказских национальностей, поэтому лично у меня не возникает никакого как бы враждебного отношения, и даже в нашем городе, но зная, что такая проблема существует... А что это за лица кавказской национальности? Это тоже придумали, кажется, газетчики. Лица кавказской национальности, лица славянской национальности. У каждого есть, они очень разные. Армяне с грузинами там тоже воевали, вы знаете, и воюют до сих пор. Это тоже лица кавказской национальности, но они очень разные. Одни христиане, другие мусульмане, третьи, там, я не знаю, может, язычники. Ну-ну. Ну, я считаю... Среди, как вы? Что за лагерь такой? Где вы? Или что за место? Я в Карачаево-Черкесии бываю. Ага. На Кавказе, то есть на побережье Черного моря. То есть там тоже сейчас присутствует большое количество, скорее, вот, лиц кавказской национальности, чем русских. И между ними тоже идет такая вражда, то есть русских стараются изжить оттуда. И они, в принципе, сами сейчас уезжают, потому что происходит какая-то дискриминация. Русского населения, да? Да, то есть там происходит... Со стороны властей, да? Власти начинают как бы давить. Ну и вообще больше принимают участие в политической жизни, в экономической, лица кавказской, если Ну, там может быть карачаевцев и черкесов больше, чем русских по составу? В начале 90-х годов было... Там какой главный город-то? Черкес главный город, и второй город по величине Карачаевск. Ну, как бы... Там тоже идет вражда между этими двумя национальностями, потому что все-таки разные обычаи. Но по религии они мусульмане, поэтому, видимо, тоже ведется вражда как бы и на религиозной почве, потому что русские православные, они как бы мусульмане. Но в принципе, как бы можно сказать, что уживаются эти люди на одной территории. А моя семья русская, живет там как бы абсолютно хорошо. Общается, у нас много друзей, поэтому лично у меня никогда не возникало никаких отрицательных мыслей о национальности. Да. Поэтому я достаточно резко отношусь к людям, которые не принимают людей другой национальности, потому что, на мой взгляд, не существует различия. Во-первых, страна наша исконно была многонациональной и многоконфессиональной, поэтому нельзя говорить, что Россия для русских. Потому что мы сами должны понимать, что нуждаемся в других национальностях. И с точки зрения экономики, как я слышала по телевидению, что нам нужна эта рабочая сила. Все-таки русские не настолько трудоспособны, как, допустим, другие там. Ну, это я не знаю. Сколько заплатят. Вот, мы выслушали одно мнение. Может быть, есть мнение...
которое не совпадает. Если совпадает, то, наверное, неинтересно. Есть, может быть, другое мнение. Как вас зовут, извините? Александр, мы с вами тезки. Вот Саша сказала вот одно такое мнение. Вот, может быть, есть другое мнение, которое как бы позволит нам устроить некий, так сказать, разговор и диспут. Да, у меня есть свое мнение. Пожалуйста. В общем, у меня немножко другое отношение к этому всему. Да. Вообще, мне, например, не совсем устраивает то, что многие лица кавказской национальности, у них как бы другой менталитет, они как бы очень вспыльчивые и как бы... Вот русский менталитет и их, они сильно различаются. Но мое отношение такое, многие из них, конечно, спокойные, но не все. И, например, те, кто спокойные, то есть и я к ним также отношусь. А, просто многие есть такие, кто много из себя что строит тут. В общем, как бы считают себя здесь важнее русских. То есть, я, например, встречался с такой ситуацией, что как бы они как бы держатся группами в основном и против русского населения, то есть у них у самих такое отношение к русским, то есть, например, вот нас, русских, у них, там относятся далеко не так, как мы к ним еще. То есть там бывают и хуже ситуации. Александр говорил может быть, в разных местах по-разному, наверное, да. То, что у нас происходит, молодежный фашизм, это, конечно, больше не фашизм, а идиотизм, но как бы такого быть не должно. Но, на мой взгляд, надо относиться так к ним, как они к тебе. Ой, так и будет, на зло будем отвечать. Если хороший человек, то и к нему добром, а если он тебе с агрессией, то по морде. Тогда получается, все будем агрессивны, Почему получается, если тебе не будут агрессивными, почему ты будешь агрессивной? Да в любой нации есть такие агрессивные люди. Будет Россия, будет там, говоришь, про определенную группу людей, с которой ты встретился. Простите, у нас Россия большая, и не все такие собираются кучками и как-то агрессивно на тебя настроены. Я про то и говорю, что те, кто положительно к тебе настроены, будь так же и к ним. Еще есть какие соображения, мнения? Пожалуйста, а? Может быть, молодые люди, вот, как вас зовут? Максим. Максим, да, вот, Саша со мной тезка, а Максим с Максимом, да. Да, видите, как. Кроме Максима, да, пожалуйста. Меня зовут Николай. Я бы хотел сказать, что я осуждаю фашизм, в принципе. Да. Но на каком-то подсознательном уровне я все-таки стараюсь избегать компании людей другой национальности, я не знаю почему, но все-таки как бы мне неприятно там находиться. Возможно, я, как Саша, просто имею мало опыта в общении с людьми другой национальности, но пока в свои 16 лет я хоть и осуждаю явление фашизма, проявление агрессии и насилия по отношению к другим нациям, но пока для меня как бы существует некий барьер в общении. Понятно. Я надеюсь, что с возрастом, когда я наберу больше опыта, все изменится и не будет. Спасибо, Николай. Есть еще какие соображения? Пожалуйста. Не надо вставать или лучше вставать? Как хотите. Как вам как легче говорить, да? Я хотела бы сказать. Вот Николай сказал, что его Николаем зовут, а вас? А меня Ольга. Да. Я сама встречалась с проявлением агрессии именно фашизма. Мы с Настей, вот подружка, у нее национальность сирийка. Но неоднократно мы встречались с такими непонятными взглядами. То есть мужчины, как вы говорили, другой национальности, кавказской, они подходят мне, говорят, начинают говорить на своем языке, ты там одна из наших, давайте кооперироваться, давайте будем вместе, вот у нас уже есть целые диаспоры, давай входи в нашу диаспору, то есть как-то вообще странно. А вообще недавно, буквально, может быть, месяц назад, наверное, часов 10 в выходной Настя заходила в магазин, к ней подошла русская женщина возле кассы,
стала на нее кричать, что вот Россия для русских, зачем мы вообще все сюда появились, вот вы там наш русский народ обижаете, вот мы против терроризма, то есть вообще зачем вы. То есть женщина около 40 лет накинулась на ребенка буквально таки в 16, на 16-летнюю, ну как бы я считаю, что это маленькая, да? То есть вообще буквально без каких-либо причин, оснований, да. Причин, она стала ее оскорблять, унижать. И самое, что интересно, люди, которые находились вокруг, они ничего не делали. То есть никто не возражал, никто, ну как бы, вели себя абсолютно пассивно. То есть общаются, общаются, то есть как бы тоже было так странно. И то есть мы не допустили того, чтобы нашу подругу обидели, потому что Настя вышла с магазина, ее просто трясло. Человек, который здесь родился и живет, слышит такие вот в свой адрес оскорбления. Вот мы эту женщину догнали, нас было много. Как-то на нее, вот как Максим говорил, что надо тоже агрессии. Зачем? Мы ее догнали, попросили, чтобы эта женщина просто извинилась перед Настей. Просто попросили извинения. Эта женщина, увидев, что нас так много, я говорю, понимаете, Настя всю жизнь росла в России. Зачем же так оскорблять человека? Вот, и она извинилась. То есть я думаю, что это как бы... Да, интересный такой пример. Ну, действительно, ситуация очень... непростая. Здесь прежде всего очень важно, мне кажется, вот просвещение с различных сторон. И чтобы каждая, так сказать, как бы национальность понимала и учитывала, ну, все мы разные. Понимала и учитывала разные традиции, национальности. Вот эта вот толерантность, вот это слово, оно, может быть, наиболее точно подходит. Толерантность и терпимость к другим, что, может быть, у одних считается так, у других может считаться иначе. Здесь вот еще один такой момент, который здесь вы хорошо подчеркнули. Любое национальное меньшинство всегда как бы воспринимается окружающим как ответственное за других. Кто вот я по национальности? Вы? Да. Средняя смешанность. Не, ну что, конкретно я не смешанный. А? Подаете иудаизм? Да. Да, не может быть, да. Не обязательно иудаизм преподают, и не только у нас на кафедре. Я еврей, да, я по национальности еврей. Отец у меня еврей, и мать еврейка. Сейчас евреев довольно мало в России, большая часть уехала в Америку или в Израиль и другие страны. Так вот. Почему? Чего это начал говорить-то? Я забыл. Про национальные меньшинства. А, да, про национальные... Нет, про то, что нужно как бы учитывать особенности менталитета каждой группы. Это очень сложно. Стараться, ну, чтобы, ну, возможно, больше читать, больше смотреть для понимания других национальностей. Но вы скажете, как здесь говорил Максим, если они меня не понимают, если они ведут по отношению ко мне грубо, то почему я должен, так сказать, реагировать таким образом? Но вы попытаетесь, если это, конечно, носит характер не столкновения, а как-то объяснить. Я именно про столкновение. Да, как-то объяснить. Сюда приезжают, в общем-то, люди, может быть, да, про национальные меньшинства я вспомнил, наконец, потом. Да. Вот. Приезжают, может быть, не самые культурные, образованные и грамотные люди, допустим, с Кавказа. Те, которые не могут там найти работу. И, несомненно, нужна, наверное, какая-то политика, которая бы помогала этих людей и объяснять им русские традиции, особенности того места, в котором они живут, вести работу среди вот этих как бы диаспор.
этих общин. Такая работа, к сожалению, практически не ведется. Центр отдал полностью вот эту работу среди по национальному вопросу распоряжение местных властей. А в разных местах она проводится по-разному. Некоторых на каком-то хорошем уровне, а некоторых она полностью и игнорируется. Так вот, в отношении случая, о котором вы рассказали, вот существует такой как бы определенный, что ли, закон, ментальность. Ну, если, например, русские составляют большинство, то если украл что-то русский, то не будут говорить, что украл, его фамилия Иванов, скажут, что там, или Сидоров, что украл Сидоров. Не будет говорить, что украл вот этот русский, если он, конечно, не составляет меньшинство. Если же украл, например, Рабинович, еврей, да, то будет говорить, что не украл Рабинович, конкретный человек, а украл вот тот еврей. То есть уже он как бы представляет всех, как ваша подруга, восприятие той, вот, так сказать, шовинистки, той женщины, уже автоматически представляет всех, так сказать, кавказцев и так далее. Вот эта вот особенность ментальности, которую, мне кажется, нужно как-то изживать. Виноват конкретный человек, будь то он Сидоров, там, Иванов или какой-то другой национальности, Сидоров, Рабинович какой-то другой национальности, что он виноват в каком-то конкретном деле, в нападении, в воровстве, не дай бог, убийстве и так далее. Вот это у нас, к сожалению, не учитывается. Россия, хотя большинство населения продолжает оставаться, Россия оставается русским Россией, но действительно трудно сказать, вот, но на протяжении многих десятилетий, слава богу, Россия будет оставаться той страной, как она, так сказать, сформировалась. Но неизбежный процесс приезда новых людей, новых мигрантов из разных регионов и прежде всего, наверное, из Кавказа и Средней Азии. Проблема здесь во властях в очень многом, как и во Франции, вот как говорит Саркози, что, где возникла проблема, правда, несколько в иной плоскости, что очень важно проводить правильную миграционную политику. Политику отбора людей, которые бы соответствовали потребности нашим. Вот нам нужны, например, там, я не знаю, дворники или строительные рабочие. Нужно приглашать этих людей, там, я не знаю, азербайджанцев, армян или там молдаван и так далее. Они просто здесь очень сильно же коррупция развита. В Москве, если посмотреть, как работает милиция, то вот у меня в доме делали ремонт армяне. Они не смогли зарегистрироваться. Я не знаю, почему не могли зарегистрироваться. Вот. И иногда их просто останавливала милиция, брали с них взятку, и они, так сказать, их отпускали. Но в Армении им не на что просто жить. Они сюда приезжают, и летом шабашат, делают ремонты, строят там дачи и так далее. Такая, очевидно, есть потребность, если есть там люди состоятельные или кто хочет сделать просто ремонт в квартире, так сказать, там чуть подешевле. Но почему нельзя этих людей официально зарегистрировать, чтобы они заплатили налог, какую-то регистрацию? Сделать... Они не могут это сделать. Иногда там вот Вазген он проводил, то у меня ночевал, то у милиции ночует. Там отдаст взятку, потом, так сказать, возвращается. Парадоксально, что вот настроение «Россия для русских» еще более распространены среди правоохранительных органов. По опросам, социологическим опросам, 76% сотрудников милиции разделяет этот лозунг. Милиция, которая должна сохранять как-то мир и порядок, а напротив
выступает вот такой вот как бы шовинистической силой. Очевидно, и в милицию надо брать людей, представителей разных национальностей, как в Америке, достаточно много чернокожих. Смотрите, какая была острая проблема, расовая проблема в Америке в 60-е годы прошлого века. Вас тогда не было еще на свете, а я тогда учился в школе. А негров, это некрасивое, так сказать, не политкорректное слово, чернокожие называют, не пускали, были раздельные входы, там, метро, в транспорт и так далее. Однако американский президент Кеннеди и потом последующие президенты выступили с целым рядом обращений к нации. Их поддержали влиятельные финансисты, магнаты и средства массовой информации в Соединенных Штатах с заявлением, что Америка – это единая страна, что мы все, ну, американцев особая история, мы все иммигранты. Мы все иммигранты. До 60-х годов в Америке была теория, как-то по-английски вы лучше знаете, melting pot. Что это значит? Да, вот этого, как его, не кипящего, а плавильного котла, что все должны принять американский образ жизни, все должны смешаться, но это не произошло. И американцы пошли и стали очень активно бороться, американские власти, правительства, средства массовой информации против сегрегации, против ограничения и дискриминации каких-либо национальностей, в данном случае чернокожих. Одного американского студента, негра, я помню, показывали специально солдаты национальной гвардии, сопровождали в университет, чтобы к нему не приставали, чтобы не было инцидентов, чтобы он учился. И за 20-30 лет эта проблема в Америке фактически исчезла. Исчезла и, в общем-то, таких проблем, эти расисты в Америке стали маргиналами, то есть людьми, которые воспринимаются очень отрицательно. Если изображается на телевидении какой-нибудь расист, то он изображается только в отрицательном отношении. Не может быть расист, так сказать, положительным, так сказать, героем и так далее. Россия неизбежно обречена быть многонациональной страной. Стране, где две, по крайней мере, ведущие конфессии, религии – православие и мусульманство. Если произойдут и будут происходить какие-то столкновения, то мы обречены на распад. Это невозможно допустить. Я уже заканчиваю. Смотрите, в настоящее время, вот мы находимся в кабинете истории. Россия находится в границах какого времени? Наверное, 18 века, если я не ошибаюсь, да? Смотрите, Прибалтика была завоевана Петром в начале 18 века. Сейчас у нас нет Прибалтики. До Петра I мы находимся фактически в границах конца 17 века. При Алексее Михайловиче, при царе Алексея Михайловича Тишайщем. Вот в таких границах в настоящее время находится наша страна. Дальнейшие сейчас существует очень сложная кавказская проблема. Кавказ России был завоеван и присоединен, и добровольно, и завоеван фактически в первые десятилетия 19 века. В результате сложной, так сказать, опять-таки военных действий. Сейчас кавказская проблема вновь, так сказать, стала. И мы не можем допустить ухода от нас Кавказа. Это еще более подорвет наши стратегические позиции. Конечно, не только поэтому, но и в том числе и поэтому. Я думаю, что наша задача пытаться любыми толерантными способами решать проблему, я смотрю на лица, не всех я убедил, проблемы взаимоотношений между различными нациями. Но толерантность и терпимость рознь, если не может быть терпимого отношения
фашизму, к насилию и к убийствам людей только за то, что они иначе выглядят или даже иначе себя ведут. Это вас раздражает. Мы можем развиваться как великая держава только как многонациональный российский народ. Если вы спросите какого-то, ну, в Америке другая история, кто он? Он скажет, что он вам американец, или он скажет, что он из Техаса, но не будет говорить о своей национальности. Хотя сейчас в Америке очень большой интерес к своим корням, историческим корням, ирландским, там, еврейским, откуда человек приехал, из России, там, например, или китайцев в Америке много и так далее. Но это не мешает восприятию себя как единого народа, единой нации, которая имеет свои собственные интересы и свой собственный облик. Вот этого, мне кажется, нам не хватает. Может, вы меня поправите, и у вас есть собственный опыт, но в любом случае агрессия, нетерпимость и то, что называется скинхедами, а изображается правоохранительными органами как просто хулиганство и различные надписи типа там «Вон» или «Вставайте, русские», «Русские», «Русское восстание», мне кажется, они недопустимы. Они приведут только к еще более худшему состоянию в стране. Напряженности между национальностями. В условиях вот той нестабильности, экономической ситуации, достаточно сложной в стране. Вот что я хотел сказать. Я знаю, что вы должны, один класс должен уйти, да? Поэтому, вот так что я прошу подумать. Меня зовут... Эта проблема, к сожалению, сейчас достаточно остро стоит. И здесь вот на первом часе мне рассказали случай о Насте, когда в магазине одна... Да, пожалуйста. Одна женщина неожиданно стала кричать на нее, поскольку... Настя ассирийка, это такая древняя нация, которая, так же как и евреи, я по национальности еврей, прошла очень длительный период истории. Вот вы, я посмотрел учебник вот 5 класса, который написал мой добрый знакомый Алексей Вегасин. Здесь много написано и об Ассирии тоже, Ашур называлась эта держава. Так вот, в ее случае, когда неожиданно на нее женщина стала кричать, что вы сюда понаехали там и так далее, от вас все плохо, то ее девочки, ее подружки заставили эту женщину извиниться и сказать, что она совершенно не права. Но особенность, к сожалению, вот нашего общества российского, современного, такова, что существует часто полное равнодушие. Если при тебе оскорбляет какого-то другого человека, независимо от по различным поводам, в том числе и по национальной принадлежности, что он не так выглядит, что у него там черные волосы или там другой цвет носа, не цвета, а как называется, форма носа, вот, то остальные отворачиваются и будто не замечают. Это действительно, вот эта пассивность, равнодушие, это страшная болезнь, которая поразила наше общество. Я помню, как-то я был... Конечно, за граница не должна, кстати, для нас, я вот перед этим выступал, так сказать, как-то превознося некоторые зарубежные страны, в Соединенные Штаты, я думаю, вполне справедливо, которые смогли за несколько десятилетий в целом решить проблему расизма. В 60-х годах в Америке была сегрегация. Чернокожие и белые входили в разные рестораны, разный транспорт и так далее. За несколько десятилетий усилием правительства, общественности и средств массовой информации в значительной степени эта проблема была решена.
Вот мой приятель, мы с ним учились в МГУ когда-то, вот он, я приеду сюда, и он приедет из Америки ко мне, рассказывает. Вот жалко, говорит, когда он приехал только что в Америку, это было очень давно, жалко, говорит, я всегда, говорит, жалел, когда приехал в Америку, что я не чернокожая, не девушка с черным цветом кожи. Тогда мне было бы и не лесбиянка. Вот в этом случае у меня было бы куда больше возможностей устроиться на работу. То есть в Америке существует такая политкорректность. И всегда в университете держат место для представителей тех национальных групп, меньшинств, которые недавно или сейчас еще подвергаются какой-то дискриминации. Женщины в Америке, считаются подвержены дискриминации. Поэтому всегда для женщин, больше возможностей устроиться на работу. В данном случае в университет преподавателей. А если я не просто был бы девушкой, а еще чернокожей девушкой, то мои шансы вдвойне бы возросли. Поскольку, а если еще я был бы нетрадиционной ориентацией, то это вообще, меня уж точно бы сразу взяли бы на работу. Но, к сожалению, он не традиционной ориентации, а человек с белой кожей, и у него были целый ряд проблем, сейчас у него уже нет, у него теньюры так называемые, то есть постоянство в университете, он профессор вот в одном провинциальном университете, но вот у нас, к сожалению, такого подхода не существует. Или я вспоминаю немножко другая, так сказать, тема. Я работал в одной деревне под Оксфордом. Там большой центр, научный центр. А находится он в деревне, в Янтоне. Хорошая, так сказать, деревня. Только называется деревня. Так, так сказать, старинный там замок 17 века и так далее. И что-то я себя неважно почувствовал. Рано утром встал и пошел там как бы медицинский кабинет к одному врачу. А врач индус, кстати. Вот. Но я пришел несколько пораньше. И сел на скамейку вот около такой же школы, но она поменьше, наверное. И что-то сел вот как-то так неудачно, голову опустил. Через 3 минуты перед мной стояла учительница. И спрашивала у меня: мистер, что с вами случилось? Я говорю: да ничего особо не случилось. Она из окна, я, говорит, из окна веду урок и увидела, что вы себя плохо чувствуете. Я выскочила, может вам чем-то помочь. К сожалению, вот у нас такого... Наверное, происходит достаточно редко или вообще не происходит.